Добро пожаловать всем, всем, кто нас смотрит онлайн, кто смотрит нас на разных соцсетях в разных. Приветствуем вас всех. Присаживайтесь, в любви, дорогие. Рады вас всех видеть. Сейчас эта пандемия мерзкая так и набирает какие-то опять обороты, но мы верим, что в этом году закончится, в этом году. А то мы ходим в масках, я как пастор должен опять выходить в маске, показывать пример. Даже шутка вспоминается, что собака молодая и старая встретились, и молодая и старая говорит: мы всю жизнь намордники носили, а люди только сейчас начали. Старая говорит: ну, что ты, мы в космос тоже первые полетели. Поэтому нам надо, чтобы эта вся история закончилась. Друзья, братья и сестры, хочу сказать о том, что у нас месяц надежды, и мы сейчас говорим об надежде, но перед тем, как я буду проповедовать, хотел бы вот дать для свидетельства слово Елене, у нее хорошее свидетельство интересное. Добрый день, дорогая церковь, очень рада сегодня быть здесь. Это история, которую мало кто знает, но она для моей семьи, для моего близкого окружения и пастора в том числе, одна из самых ярких, наверное, за всю мою там более 40-летнюю жизнь. И она связана с приездом Ника Вуйчича и является очень большим свидетельством для каждого из вас. Поэтому сегодня я решила с ней поделиться и сказать благодарность, слова благодарности Павлу, пастору моему, с которым мы так долго вместе идем по этой жизни, и который является для меня большим примером и духовным наставником, покровителем во многих вещах и моих жизненных ситуациях. И, конечно, великому Богу, который не устает проявлять себя с великой силой. 2 года назад, почти 3 года назад, у меня настолько сильно заболела спина, поясница, и был разбит позвонок, и я слегла. То есть я фактически не ходила и не могла самостоятельно себя обслуживать. И дикая боль не давала мне спать неделями. И от боли я просто уже теряла даже сознание и рассудок. И самое главное, что я физически была настолько бессильна, что я не могла встать, и мой муж ходил просто со мной везде и водил меня, одевал и водил меня по всем врачам, пока мы не исследовали весь мой диагноз, и было понятно, что меня ждет операция, которую невозможно уже обойти. И мы встали на операцию, и начались еще 2 месяца ожидания. И на протяжении этого времени Бог меня начинал поднимать и исцелял мои отношения с моей семьей, с моим близким окружением, с моей мамой и папой. И вот на той неделе, на которой я должна была быть прооперирована, мне почему-то не звонят врачи. Я забеспокоилась, думаю, ну как, мне же надо уже как бы все там вырезать. Вот. А было такое ощущение даже, знаете, в этот момент, что во время операции я умру. И я не видела вообще ничего дальше. То есть была просто кромешная тьма. И никакого будущего, никакого там даже горизонта не маячило. И у меня было... То есть мне пришлось научиться жить одним днем. И если мне сегодня не позвонят на операцию, то я сделаю вот это. Если мне сегодня не позвонят, я сделаю вот это. И так шаг за шагом я пробиралась вот всю неделю операционную. Я позвонила, они сказали: нет, все в порядке, мы просто вас немножечко сдвинули. И начинается эта неделя, июля с 8 там, по 12. И я иду, значит, делать анализы, вспоминаю о пастыре. Думаю, как-то, ну, возникло желание позвонить, мы давно не общались, и захотелось узнать просто, как дела. И с этой мыслью я захожу ко врачам, и когда выхожу, мне звонок: пастор. Я говорю: привет, как ты это делаешь? Я только подумала. Учитывая, что я тебе не звонил несколько лет. Да, то есть мы на самом деле не общались достаточно давно, вот по телефону. И тут вот такой звонок: что ты делаешь? Я говорю: ну, я там не день занят, надо срочно с тобой поговорить. И я открываю свои встречи, и у меня встреча, а я была в верхней части города, и встреча вдруг у меня буквально в 3 минутах от этого места. Я приезжаю, я говорю: ну давай, я сейчас быстренько мы с тобой встретимся, поговорим. И Павел мне говорит, что вот у нас Ник Вуйчич, вот, в общем, мало что готово, только дата есть, вот, поэтому надо помогать. Я говорю: ну я чем могу, вам помогу, но я сейчас должна быть прооперирована. И вот мы за вопросами подготовки, обсуждений вообще, что нужно делать, объем работ какой, мы приезжаем на Нижегородскую ярмарку, и вот втроем стоим Федор, Павел, я, и молимся на площади,
Павел помолился за меня, говорит, ну, Господь, значит, все усмотрит. Потом обнаружил у меня какой-то корсет на спине. У меня, конечно, корсета никакого не было, мне стало неудобно. Нет, смотрите, я молюсь и держу ее вот так за спину во время молитвы, держу. И говорю, у тебя корсет какой-то, что ли? И я представления не имею, что у нее операция на спину должна была быть. Представьте. Но почему-то в духе чувствую, что здесь какая-то проблема, и как будто вот Бог какой-то корсет делает. Но в тот момент я еще этого не знал. Да. И, в общем, ну, я так вообще была уже человеком очень опремененным и, ну, готовым на все. Ну что, я уже лежачей была, как бы с жизнью своей попрощалась там. Ну, в общем, терять было нечего. Вот. И в тот момент, когда мне позвонил Павел, я просто, я приезжаю к своим родителям, слава Богу, тоже они сейчас здесь сидят, и со мной эту ситуацию, вот мама даже плачет. И я приезжаю к ним и говорю, слушайте, ну если я в таком состоянии, уже, ну все, абсолютно безнадежное, как вот физически, да, и без перспектив, Бог вспоминает и приглашает меня в этот проект, даже если его не будет, сам факт того, что Бог на меня обратил сейчас внимание, Он помнит обо мне, Он меня очень сильно укрепил. И так шаг за шагом, день за днем, вот эти дни... Каждый день я закрывала просто какие-то невероятные истории, знаете, которые длились годами. Все на одной неделе. Концентрация событий, которые я проживала, она была просто, ну, какой-то невероятной. И как будто я, вот, знаете, этапы закрываю. И был день рождения моей сестры. Я отвожу своих родителей домой. И папа молится за меня. Я дословно могу сказать, 73 года человеку, он седой и такой мудрёный, и очень глубокий человек, которого я очень почитаю. И папа положил на меня руку и сказал, я передаю тебе всю свою силу на добрые дела для изменений в обществе. И на следующий день я поехала в одно место, где я хотела пообщаться с Богом. И мы едем, Оля Янасина, это пастор из Арзамаса, моя сестра, мы едем на машине. И день такой, знаете, солнечный, благодатный, такое, знаете, ощущение свободы. Я еду за рулем, и мы общаемся, что-то смеемся всю дорогу. Я говорю, девчонки, такой день отличный. Я говорю, у меня даже спина не болит. И я произнесла эти слова, и вот так вот мы друг на друга смотрим, глазами хлопаем. И я понимаю, что произошло просто что-то, ну, за гранью абсолютно. Если у вас когда-нибудь что-то болело, зуб, там, голова, вот представьте, вот если оно всегда, вы точно чувствуете, когда ее меньше, больше. И тут я поняла, что я даже не заметила, когда это произошло, и Бог на физическом уровне что-то со мной сделал. Я точно в этот момент знала, что Бог меня исцелил. И я приезжаю, набираю Павла, я говорю, меня Бог исцелил, поэтому я буду помогать делать проект. Давай, включаться. И на следующий день я пошла на МРТ, туда же. И у меня два разных... Не кровь у меня? Это у меня. Два МРТ, где на одном она такая, вы знаете, грыжа вот эта разбитая, такая, как нос Бабы-Яги крючком, а на другом она такая небольшая. То есть всего 4 месяца между этими снимками. Я спрашиваю врача, а он оказался братом моего мужа, которого я даже не узнала в первый раз от вот, состояния своего. Я говорю, Дим, а такое бывает? Потому что врачи всеми сказали, что это вообще просто нет. Поэтому только на операцию мы и встали, потому что я ногу уже теряла. И дальше были просто чудеса. А, и он говорит, ну, видимо, да. То есть ему не оставалось ничего сделать, как вот, ну, сказать. И со мной огромное количество людей, разные директора, там, и, в общем, разные-разные важные люди, они знали мою ситуацию, это было очень сильным свидетельством. Я могла каждому из них сказать, что Бог меня исцелил. А через 2 месяца во дворце спорта я... как бы в пылу вот организаторском, пробегаю по партеру, и мама с папой сидят с краешку, и так удобно, что за ними можно присесть. И я присела, и папе перебираю волосики сзади, и вдруг у меня возникают эти слова его молитвы. Я передаю тебе всю свою силу для изменений в обществе. И вот я вот так вот головой просто кручу по сторонам, 3500 человек сидят просто наполненные, каким-то особым состоянием, и вся атмосфера, если вы были там... уже на Нике Вучича, это когда уже было 5-е мероприятие за день, вот, во дворце спорта, где мы собрали действительно полный зал, почти
3000 продали билетов, и отдельно вся подготовка этого проекта, это просто можно книгу написать о чудесах Божьих, когда я просто думала, что нам нужно поговорить вот с этим человеком, человек высокого уровня, пробиться там, договориться, даже если я его знаю, очень долгая история. И я, вот даже все свидетели, мы сидим на совещании, я говорю, надо вот этому человеку, ну, блин, сложно это все придумать, и вдруг этот человек меня набирает, и такой, привет. То есть это было вот так вот, я только думаю, там, о министре подумала. И министр заходит ко мне, вот садится рядом за обед, я заканчиваю свою встречу и такая, знаешь, мне вот это вот нужно. И мы все решаем. То есть вот таким образом двигался проект, и каждый день это был просто вот, ну, во-первых, сила единства, сила вот такое мощного движения Бога. Ему это нужно было. Но родилось все с мечты, с надежды на то, что это возможно, с бессилия, когда ты ничего не можешь на самом деле сделать сам. И тогда Бог начинает себя проявлять. И это свидетельство пусть укрепит вас, потому что для меня оно просто, ну, прообраз вообще Божьего характера и Божьей силы. И эта мне ситуация дает надежду на все сложные мои другие ситуации, что Бог, Он не оставляет. Слава Ему и спасибо тебе, пастор. Спасибо, Лен, что ты помогла тогда с Ником Вучичем, помогла сильно. И, видимо, Бог поэтому тебя исцелил. И у нее не было операции, чтобы вы знали. До сегодняшнего дня у нее нет. Ну что, движемся вперед. Господь, благослови сегодняшнее наше собрание, проповедь мою. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Итак, друзья, как раз исходя из темы месяца, о чем я хотел поговорить, эта тема называется «Надежда не постыжает». И, вы знаете, я пришел к этой мысли таким эволюционным путем, увидел, что апостол великий говорит, останется с вами вера, надежда и любовь. И вот о вере мы говорим естественно. Вера как-то принадлежит вообще христианской риторике, церкви. Мы верим, мы знаем, мы убеждены, что Бог поможет, спасет. Любовь принадлежит не только христианству, это принадлежит вообще всему миру. Любовь Бог изливает на нас. А вот надежда, она как-то всегда где-то вот на задворках. Но почему-то апостол Павел зафиксировал вот в этих трех понятиях – вера, надежда и любовь. И вы знаете, я как-то обратил внимание, что и надежда как-то трудно поддается интерпретации. То есть вот дать определение надежде достаточно сложно. И как-то я вот так заглянул прямо в словарь Ожегова, словарь наш известный такой, толковый. И там написаны были такие слова. Надежда – это вера в возможность осуществления чего-либо радостного или благоприятного в неудобное время. И вот я думаю, надо же, смотрите, надежда – это форма веры, это тоже определенная форма веры, но веры совсем в другой эпизод времени, в эпизод времени, когда наступает какое-то отчаяние, когда приходит разочарование, когда по твоей вере наносится удар. И вы знаете, вот этим отличается как раз вера и надежда. Надежда, она как будто бы вот уже близка к исчезновению. Это последняя форма веры. И когда мы говорим вообще о вере, человек, он, как правило, накачивается сначала. Я верю, победю. Вообще вот мы, когда приходим ко Христу, мы становимся некими неофитами. То есть все нормально будет, победим, Слово Божие мы знаем, Бог поможет. А потом что-то бывает в жизни случается. Бах, разочарование, бах, что-то случилось, все пошло не по твоему сценарию. И ты думаешь, а как же это все вообще воспринимать? И вот тут на помощь приходит надежда. Надежда – это вера в то, что все будет в конечном итоге хорошо. И, к сожалению, многие не доживают до надежды, у них уже приходит кораблекрушение в вере. Но надежда – такая важная вещь. И вот без надежды никто бы из нас, по большому счету, не прожил долгую жизнь в вере во Христа. Потому что так или иначе наши начинания, наполненные вот верой, они так или иначе встречаются с проблемами, с трудностями, и вот тут приходит на помощь вторая скорость под названием надежда. Как-то я помню, читал царя Давида, читал его псалмы, и вот поймал себя на мысли, что псалмы содержат наиболее большое количество слов «надежда». Но вы знаете, удивительно, псалмов все-таки их достаточно много, 150. А вот книга Иова их всего 42 главы. И все-таки самое большое количество слова «надежда», если брать процентуально к книгам, книги даже псалмов, то
самое большое количество слова «надежда» в процентуальном соотношении находится в книге Иова. Хорошо, сейчас у нас гаджеты помогают нам посчитать. Вот раньше такого не было возможно. Надо было считать слова в Библии, если ты хотел это сделать. Приходилось это делать как-то вот физически, а это очень сложно. А сейчас просто забиваешь, и раз, выходит слово «надежда». И думаю, почему «надежда» так часто встречается в книге Иова? Потому что Иов потерял все. В том-то и дело. Иов – это такой человек истории, который верил в Бога, у него все было хорошо, и потом он потерял свое имущество, своих детей, семью, здоровье. Слушайте, что еще осталось терять? Только жизнь. И вот Иов вот в этой несчастной своей жизни, он продолжал каким-то образом уповать на Бога вот без упования. Иов – это образец человека, который смог устоять там, в страданиях, где никто бы из нас не устоял. Первое время я вообще притыкался на книге Иова. Я думал, как несправедливо вообще с этим парнем поступил не только Бог, вообще судьба сама неправильно поступила с ним. Но он остался верен. И вот после этого я стал понимать также и псалмы Давида, почему так часто встречается слово «надежда». Потому что Давид всю свою жизнь находится в преследовании. Как-то, знаете, я только покаялся, читаю там в псалмах, ты же обетование читаешь для себя, и вот что-то плохо спал, и читаю там, ложусь я, и сплю, и встаю, и Господь защищает меня. Я думаю, о, какое хорошее обетование для доброго сна. И только годы прошли, понял, что Давид подразумевал не просто добрый сладкий сон, после того, что он там наелся мяса и в компьютере наигрался, и потом плохо спит. Нет-нет, у Давида была совсем другая проблема. Там страхи его были совсем другой категории. Он просто знал, что сейчас ляжет спать, его завалят, вот и все. И поэтому он говорит, я ложусь, сплю и надеюсь, что проснусь, потому что Бог защищает меня. Они жили в реалиях совсем других, нежели мы сегодня. И поэтому находимся мы сегодня. Поэтому он нас сегодня и вдохновляет этим понятием надежда. Вы знаете, я даже как-то помню в детстве, мы слушали песню, ну, кто дети 70-х, 80-х, молодежь-то уже такую не помнит, там, «Надежда, мой компас земной», вот эта песня там Анны Герман, и я тогда вообще, вот для меня было слово без смысла, «Надежда, компас земной». Слушайте, мы так мало с вами говорим о надежде, а надежда, я бы даже сказал, иногда в жизни играет большую роль, чем какие-либо другие атрибуты. Когда уже верить невозможно, обетования не работают, мозги встают на бекрень, ты думаешь, вообще, что происходит с моей жизнью? И вот в этот момент именно надежда является фактором, помогающим жить людям. Вот вдумайтесь только, ну что вот, что правит человеком, там, наркоманом, который уже все проколол, здоровье, деньги, уже вента нет и едет на реабилитацию? Надежда. Что заставляет мамочку, женщину-одиночку продолжать работать на трех работах, чтобы поднять своего ребенка? Надежда, что из него получится хороший человек. Сколько есть молодых пар, у которых нет детей, и они продолжают ходить в церковь, верить Богу, и даже уже как бы нет веры в то, что дети появятся, но есть надежда, что их жизнь все равно проживается не зря. У меня он хороший друг, пастор Московской церкви, самой большой церкви, кстати, в России, да, иностранец, норвежец, у них нет детей вообще с женой, нет, но они четырех усыновили детей. И это все действие надежды, братья и сестры. Полюбите надежду, не имя, а вот слово «надежда», о которой люди не проповедуют, но это тот волосок, который помогает нам идти дальше. По этой причине пословица «надежда умирает последней» настолько сильная, потому что она умирает уже самим человеком. И так хочется, чтобы никто из нас не умер до того, как он умер, а надежда продолжала нести их. Итак, Псалом 38, 8 стих. 38.8. Я буду читать новый русский перевод. Как-то меня впечатляет в последнее время новый русский перевод. И здесь Давид говорит, чего я, Господи, ищу? Вот чего я ищу на земле? Все мои надежды в Тебе. То есть говорит, все мои упования, надежды, они все равно в конечном итоге в Тебе. Это очень важное заявление. Псалом 64.6. Говорит также псалмопевец, «Нас спасаешь великими деяниями своими, ты Бог, нас спасающий, и ты надежда всего мира». Вот только вдуматься, он говорит, «Ты надежда всего мира». Почему он является надеждой вообще всего мира? Дело в том, что вот мы с вами надеемся на вечную жизнь. Вот только вдумайтесь, мы с вами надеемся, что вечная жизнь есть.
Наше существование земное, ну, не прекращается вот только беганием там и суетой здесь на земле. И мы говорим, да, там есть какая-то жизнь. Но появляется огромное количество циников, которые говорят, да ничего там нету. Да ничего, там все, пустота, там все само собой появляется, все, вон эти скелеты откапывают, сколько их там тысячелетий, этих скелетов, там динозавров и так далее. Говорят, ничего нет, все, мы умрем, и ничего после нас не останется. И вот этот цинизм, он пробирается в сознание людей. И самое главное, начинает разлагать людей, разлагать их надежды и их ценности. И знаете, все на земле гибнет, ну реально все гибнет, само собой, человек гибнет, вот елка стоит, она погибнет когда-то, машину поставь на улице, она через 5 лет уже не заводится, и земля также погибнет. И поэтому есть место гибели, и об этом говорит Иисус, что есть место прям погибели. А мы верим в антипод, мы верим в царство любви и мира, в котором Бог даст нам новое тело, наше тело земное, да, оно разлагается. Оно просто падает, и потом мы видим эти кости и так далее. Но душа, эта энергия, которая ходила здесь, она вернется к Богу, и мы, слушайте, надеемся. Мы надеемся на вечную жизнь, которой вот этой энергии душе Бог даст новое тело. А это вот то, что в гробах находят, это как старую кофту, брошенную на улице. Там валяется и валяется. Это нам не принадлежит. Так вот циники говорят, нет ничего там. А мы говорим, а у нас есть надежда. Вот только вдумайтесь на секунду, я порой людям говорю, вдумайтесь вот на секундочку хотя бы, что если даже, предположим, ничего нет после смерти, и моя надежда пуста, то я в конечном итоге, мы с вами, мы ничего не теряем. Ничего, мы здесь прожили жизнь достойно, и там ничего не теряем. А вот люди, которые живут в цинизме и не верят ни во что, слушайте, если на секунду представить, есть место погибели и есть вечная жизнь, тогда, ребята, они теряют очень много. Очень и очень серьезно много. Так вот, мы с вами живем все-таки в надежде. Потому что доказательств ни у кого нет, но есть глубокая надежда. Но я подтвержу потом, вам покажу на Писании, почему эта надежда так сильна. Надежда сильна. Поэтому наша надежда на Творца. И наша надежда на Его царство, наша надежда на Его спасение. И Давид еще до Христа, еще когда Христос не пришел, уже говорит, «Ты спасающий Бог, и ты надежда для всего мира, для всех людей». К сожалению, многие от этой надежды отказываются. Вообще циников как-то страшно с ними вообще общаться, потому что, как правило, циники начинают с того, что нет смысла в этой жизни, так как после смерти ничего нет. Поэтому они живут как попало. И тем самым образом распадаются всякие моральные ценности. И я всегда думаю, ну как вы вообще женитесь? Как вы в брак вступаете? Ну если ты живешь с женщиной, для которой ничего нет святого, за нее переживать надо каждую минуту. Она в магазин пойдет что-нибудь покупать яблоки и всплывет не с тем мужиком. Ну как жить-то? Но люди как-то пытаются там все-таки морализировать. Да нет, 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 там все у нас тут правильно и без Бога все правильно. Слушайте, ну что затормозит от блуда, например, там мужчину или женщину, у которого нет понимания воздаяния? Ну как ты будешь детям объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, которые вообще не верят в законы, ну в законы, там, причинно-следственную связь? Я вот знаю одного человека, ну, циника именно, а атеиста, мирского совершенно человека. Хороший человек, вот так по жизни взять, неплохой. Но ребенок, ну такой развращенный, такой, берет одно, ничего не возвращает. Уже взрослый человек, раз развелся, второй развелся. И вроде не наркоман, ничего, вроде закончил университет. Просто живет свое удовольствие и сгрызает волосы своим родителям. И вот тот человек мне говорит, кошмар какой, вот такой ребенок. А я про себя думаю, а чего ты ждал-то? Этот ребенок, он не верит в вечную жизнь. Он не верит вот в эту вот всякую чухню, типа, почитай родителей своих, вот эта вот всякая глупость, там, что посеешь, что и пожнешь. Это для вас, для идиотов, а для меня это не надо. Но самое страшное, что они сеют и пожинают. Как и родители, так и эти люди в том числе. Поэтому вот человек, не имеющий надежды на вечную жизнь, я бы сказал, страшен. Вот даже по-другому не выражусь. Наверное, в жизни, может, так и нормальные люди, неплохие. Но если глубоко копнуть, то это опасные люди. И вы знаете, тот же опять Псалом 74, 5. Давид говорит,
Говорю я беззаконным, живущим в надежде на силу свою и важность. Не похваляйтесь больше, смирите свою гордыню. Удивительно. Смотрите, он говорит, я говорю беззаконным и живущим, и опять слово надежда, только надежда другая. Обратите внимание, мы только что говорили в надежде на вечную жизнь, а тут надежда совершенно другой формации. Говорит, живущим в надежде на силу свою и на свою важность. Вот люди, вот народ мы, а? Что-то добились чуть-чуть, сразу раз, важность. Это в Библии. Уже в те времена, уже сила моя, я кабан, я мощный, я авторитетный. И это надежда у них, надежда, что в трудный момент вот это все им поможет. Важность, значимость, влияние, деньги. Одна сестра у нас в церкви рассказывает мне такую историю. Говорит, ты знаешь, пастор, еще в 90-е годы, говорит, работала медсестрой в больнице. Ну, 90-е годы, это все, это вот процветание как раз всех этих вот вещей, о которых я только что прочитал. Важность, значение, упование на себя исключительно великого. И кажется, что будет так всегда. И вот сестра возлюбленная говорит, нам в больницу завозят какого-то больного. Ну, что-то там с ним случилось, не очень серьезное, вот лежит этот мужчина. И говорит, все отделение заходило, главврач бегает на цыпочках, говорит, такой человек заехал, какой-то вор в законе. Вот только русские знают, что есть такое понятие вор в законе. Даже мамочки и домохозяйки, которые не должны бы это знать, но все знают. Какой-то авторитет. Зам отделения не знает, куда девать себя. Какую-то палату ему отдельную, какую-то с ванной, цветочки какие-то поставили. У всех забрали там раз ему цветочки. Все что-то носят. Сестра наша говорит, я иду ему еду несу, это медсестра. Она говорит, у меня уже понос от страха пробивает, я и еду там ему заношу. Ну он там, нет, говорит, относился нормально, ну такой важный там, я так люблю вот греночки так пожаренные, вот тогда, чтобы было вот тут в одной тарелочке, а другой кофе только вот теплый, чтобы тут все, цветочки там, вот такой весь сидит. И говорит, все боятся, кто он такой, что с ним? Ну, наша сестра послужила ему там, сколько он лежал, там, может, с неделю, и говорит, проходит каких-то 2 или 3 года, вот ладно бы там время какое-то, вечность прошла, 2 или 3 года. Она говорит, я стою на остановке. Обычно ничего не предвещает беды. Стою, говорит, бомж подходит, вот прям бомж, натуральный, подходит и такой, Галя, Галя, это помнит меня, помнит туда-сюда, дай мне проезд, Галя. Она говорит, я смотрю, да, а как он меня по имени, говорит, называет, я не пойму. Я говорю, а тут откуда меня знаете? Как это я лизал-то, вот, вор, в законе-то, вот, я там-то был, ты помнит. И она говорит, я понимаю, у него инсульт. Просто у мужика хряпнул инсульт. И она говорит, ну, не в этом дело, что инсульт, его-то жалко. Просто как вот оттуда до бомжа-то за 2 года? Слушайте, оказывается, инсульт хряпнул, и человек никому не нужен. У него нет ни семьи, ни связи уже больше не работают, Иван Иванович не работает, братва уже не поддерживает, да и кому он нужен, страха не представляет. И все, жук и бомж. И поэтому вот есть надежда на силу свою, на знание свое, на связи свои, знание Ивана Ивановича, Ивана Сергеевича какого-то там, Михаила Михайловича. А потом что-то случается, и все они разваливаются. Поэтому Давид и говорит дальше. Он говорит, «Твоя любовь даст мне утешение». Псалом 118, 76. Псалом 118, 76. «Твоя любовь даст мне утешение, твои обещания надежду по данному тобою слову рабу твоему». Другими словами, он говорит, в слове твоем моя надежда, последнее мое упование, Давид говорит, вот именно в надежде, что даже при плохих обстоятельствах, при плохой игре, в конце каким-то образом, неведомо мне, все будет хорошо. Удивительно, что надежда – это полная противоположность отчаянию. Отчаяние – это то время, тот момент, когда человек видит безвыходность и уже понимает, что ему не на что надеяться. Вот даже слово такое. Безнадежность или безвыходность – это есть отчаяние. Это 2 антипода. И каждый раз, когда я в Библии вижу, кто-то был в отчаянии, это, к сожалению, он терял надежду. Однажды, давайте с вами откроем как раз Матфея 14 главу с 23 стиха. Однажды Иисус кормит людей, питает людей. И здесь написана история сродни отчаянию и надежде. Матфея 14, 23. Написано, и отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине.
и вечером оставался там один. Иисус часто практиковал такие времена энкаунтеров. Вот это слово, порой которое мы не можем нормально интерпретировать, интернациональное слово «энкаунтер», встреча с Богом, на три дня люди уезжают. И вот Иисус практиковал это периодически, чтобы оставаться один, поправить свой фокус, опять побыть в общении с Богом, обновиться, очиститься. Если так мыслил Иисус, то нам тем более надо быть на энкаунтере. Нам, людям земным, которые находятся под воздействием этого мира, тем более нужно посвящать время Богу, посвящать время чтению Библии. Вы знаете, мы думаем порой, что просто ходя по воскресеньям в церковь, мы будем духовно сильны. Да нет, будьте реалистами. Тебя не хватает с одной недели до другой дотянуть. А не дай Бог еще из-за пандемии ты пропустил собрание, то через две недели ты уже вообще не знаешь, верующий ты или нет. Вот по этой причине, друзья мои, читайте Писание. Возьмите в этом году вот правило, за правило себе, читать Ветхий и Новый Завет по несколько глав и пройти всю Библию. Возьмите обязательно себе за правило встречаться на домашних группах, встречаться с верующими людьми, чтобы ваша духовная жизнь была активная, в активной фазе, раз Иисус даже оставался один. Ну, это такое вступление. Но сама суть моя в следующем стихе. И написано: «А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный». Вот лодка с учениками отправилась, Иисус на гору, люди разошлись, собрание, великое собрание, с изгнанием бесов, с освобождением, с исцелением больных, воскресением мертвых. Там была такая концентрация Божьей силы, что мы с вами сегодня это можем только читать, только слышать в отдаленных рассказах. Ну, к сожалению, есть разные времена и сроки, когда Бог посещал, и когда было такое время, знаете, более ровное, может быть, как сейчас, а то еще даже ветер противный. И вот лодка на середине озера. Все закончилось, собрание, они плывут. И вдруг поднимается ветер, поднимается проблема, и очень серьезная проблема. Они начинают тонуть, их лодку раскачивает. Вообще у нас даже сегодня высказывание такое есть. О, как одна семья ко мне пришла, говорит: «Пастор, нашу лодку так раскачало, воду черпаем». Я еще мужика думаю, откуда он такой образ взял? Ну, из Библии. Из Библии лодку раскачивает так, что скоро потонем. И вот теперь внимание, интересно, следующий стих. «В четвертую же стражу», еще раз, «в четвертую же стражу», еще раз, «в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Слушайте, были еще три стражи до этого. Еще были три стражи, это менялись часовые. И таким образом распределилось ночное время в Израиле. То есть одно время первая стража, потом стража меняется, вторая, третья и четвертая – это последняя стража, это уже под утро. Ребята всю ночь боролись с этой водой, всю ночь боролись с этим каким-то ураганом, они мучились и уже тонули после такого славного собрания. Вот это самое удивительное. Вы знаете, бывает в жизни, ты был в церкви, ты был на энкаунтере, все было классно, приехал домой, боть! Что-то случилось, котел встал. Не знаешь, бегаешь там, включаешь этот котел, не работает. Бах, в аварию попал. Бах, что-то случилось, заболел. Думаешь, подожди, вчера же все так было прекрасно. Вчера я видел эти чудеса, конференции. А сегодня что происходит? Так вот, что-то происходит необъяснимое. Я вообще много вопросов имею в жизни. Но вы знаете, не на все мы имеем ответы. И надо привыкнуть как раз к надежде, которая не дает нам ответы на все вопросы. Бог, Он не аптекарь и не фармацевт, который нам все советы раздает и объясняет, как какое лекарство работает. Бог, он творец, Он хозяин всего. И, возможно, зачастую через эти вещи Он вас и воспитывает, чтобы жизнь медом не казалась. Это борьба всегда. И у нас много вопросов. Я вот помню наш храм замечательный. Красил, кстати, с внешней стороны и все, штукатурил. Вот Иван Пузиков. Замечательный брат. Всегда был на всех ночных молитвах. Когда он делал этот храм наш, отделывал, я помню, он все организовывал, все, леса, работников, строителей, сам все оплачивал. И я считаю, Ивану говорю: «Иван, ну слушай, там нам бы церкви что-то вложиться». Он: «Пастор, главное, не лезь». Вот главное. Все сделал парень. Однажды утром ехал, жена, ребенок. У него остались, ехал на работу, бык попал в аварию, разбился. И я помню, мне звонят, говорят: «Иван Пузиков погиб». И вы знаете, у меня вопрос. Я думаю: «Господи, да кто угодно, ну не Иван Пузиков, как-то вот, ну не он должен быть там, понимаете? Потому что он всегда яркий, всегда старался, всегда делал». И вот тут вопрос у меня: а почему так?
И у нас вообще много вопросов. Почему я? Почему болезнь? Почему ты, Иисус, не пришел в первую стражу? Почему? Явился в четвертую стражу. Здрасте! Мы уж тут все кони двигаем уже. А он пришел в четвертую стражу и никого не спросил. И вы знаете, часто вот этот момент, когда вера наша уже оскудевает настолько, что у тебя уже все, нет этого чапаевского задора. Эх, на коне победим, что Слово Божие говорит, гони бесов веником, всех, эх, убираем с пути, идем вперед, во Христе Иисусе победа, никуда ничего не случится, да, кровь Христа, разрушили, связали, победили. Потом будь, и что-то не то, вот не то что-то. Куча вопросов. И вот эти парни трое, о, простите, не трое, а их там больше было, я имею в виду, три стражи прокопались, тонули, только что было собрание, только что столько веры, а потом раз, тонем, и тонем по-настоящему. Почему он приходит в четвертую стражу? Я не знаю. Кто был на острове на том лет 7, наверное, назад, когда приезжал Рамис Азизов, помните, свидетельствовал, рассказывал о четвертой степени рака. Я когда слушал его, а потом еще в личной беседе с ним, я говорил: Рамис, а что ты до четвертой степени-то дожил? Он говорит: не знаю, те же вопросы. И у меня был прям вопрос к нему. Я говорю: Рамис, ну вот вера, наверное, тебя вот спасла. Ты верил? Он говорит: вот в Библии написано, да, вот вера спасла. А у меня даже веры не было никакой. Я просто понимаю, что я умираю. В палате умерли все. Вот представьте, умерли все до одного. И Рамис говорит: я понимаю, что я все, я вот в этой очереди стою. Худой, скелет, азербайджанец парень, да, волосы там, копна черная, все, лысый, лежит, худой. И он говорит: лежу, уснул, и говорит: какой-то шар залетает ночью. А я, говорит, химиотерапии, все прошел, все химиотерапии, залетает какой-то шар, я даже не пойму, что, и что-то капает на меня с этого шара. И голос такой, я, говорит, даже не пойму, аудический или внутри меня голос такой: это моя теперь химиотерапия. Шик, и улетел. Он говорит: я не понял, то ли я спал, то ли не спал, то ли видение, ночь. Говорит: я уже умирающий. Глаза открыл, есть хочу. Говорит: есть хочу вообще. Пошел в туалет, иду, врач: ты куда, куда ты куда, скелет ходячий. Он говорит: а я раз, домой хочу. Говорит, собрался, оделся, домой. Позвонил, жена дверь открывает: Рамис, ты? Он такой: да я, что-то устал, домой хочу. Пришел домой. Я ему говорю: Рамис, ну вера, наверное, пришла. Он говорит: да никакой веры не пришло. Надежда, говорит. Вот надежда была какая-то, что все будет хорошо. Не знаю как. И потом раз, этот скелет опять превратился в нормального парня, сейчас живет в Москве, и опять эта черная копна кавказских волос. Исцеление. Это надежда была. Исцеление. И до сегодняшнего дня парень ходит, вот я бы его еще раз пригласил бы с удовольствием, чтобы он рассказал. Он говорит: каждый раз, когда заходит разговор о моем исцелении, я пообещал Богу, я всегда буду рассказывать, как это произошло. Но у меня всегда один и тот же вопрос Рамису: ну а что не в первую-то степень рака? Ну зачем первую поставили, вторую, третью? Почему до четвертой надо дождаться-то? У меня вопрос к Богу больше. Рамис говорит: вот я и не знаю, почему Иисус часто приходит в четвертую стражу. Поэтому надежда, она всегда вырабатывает в тебе самые правильные черты характера. Она вырабатывает в тебя упование на Бога. И вы знаете, Римлянам 5 глава, апостол говорит, 5 стих, Римлянам 5:5, а надежда не постыжает. И вы знаете, когда я посмотрел несколько переводов, что-то стал копаться порой в переводах, обратил внимание, что это слово «не постыжает» с греческого в разных переводах переведено тремя разными способами. В первом случае надежда не постыжает, во втором случае надежда не обманывает, и в третьем случае надежда не разочаровывает. Она не приносит разочарования, надежда. Ты не можешь разочароваться, потому что это всегда надежда. Ну как-то все будет хорошо. Как я пока не знаю, но как-то будет хорошо. И надежда не постыжает, не обманывает, не разочаровывает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Бог говорит: потому что я излил уже Святого Духа на вас в образе любви. Вот сегодня мы ходим по миру, мы видим, там люди как-то любят друг друга, что-то любовь какая-то есть. Мирские люди, совершенно далекие от христианства, от Христа, они все равно чувствуют, что есть какая-то любовь. Вот любовь существует,
Откуда она взялась? Кто придумал ее, эту любовь? И Господь говорит, я излил ее на вас, Духом Святым, эту любовь. И дальше потом уже даже 8 стих говорит, но любовь Бог свою доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Мы были в грехах, а Бог уже умер за нас, уже проявился своей любви для нас. И говорит, ну если есть любовь, то есть и надежда. Если есть надежда, то есть и вера. Вот эти три вещи всегда будут идти рядом, рука об руку. Это ли не прекрасно, друзья мои? Это ли не замечательно? Вы знаете, в моей жизни, лично в моей, вот я помните свое 40-летие, сейчас я пережил 50-летие, такое хорошее 50-летие. Как я хорошо вообще, как я пожил эти две недели. Это мой пассаж, он некоторые ряды смеются, потому что помнят этот фильм, не знаю, смотрели вы или нет этот фильм, когда про батьку Махно, старый такой фильм. Хотя не старый, деревянка снимается в главной роли. Там утром очередная серия, утром просыпаются эти казаки, сидят, батька Махно, и с ними там Петро. И они так, раз, утро, петухи орут. И батька Махно сидит, говорит помощнику, Петро, шо, вот ты взял и всю нашу кассу пропил? И тот, угу. Шо, всю нашу революционную кассу, шо мы вот собирали столько лет, ты взял и пропил? Он говорит, ага. Он говорит, ну что мне с тобой делать, расстрелять? Он говорит, ты хоть расстреляй, зато як я те две недели пожил, як я пожил. Я все думаю, что он там пожил эти две недели, как он пожил, не знаю, ну его расстреляли. А вот я две недели пожил, все хорошо. Но самое главное эти все две недели было то, что я реально получил так много любви, очень много любви от людей вокруг. И знаете, сравниваю свое 40-летие, как я праздновал. Я праздновал его больным человеком через две недели после первого предварительного прединфарктного состояния. И потом у меня были полтора года мучений. Я ходил с трудом, кто меня помнит 10 лет назад. Ходил с трудом, выходил из дома, жена там еще всплакнет, и я думаю, Господи, так-то плохо. Еще она там расстроится, говорит, ты помрешь, что будет? И я правда думаю, ужас какой-то. Вообще, в 40 лет пастор бык ушел из жизни, в 41. Церковь скажет, это куда мы ходили? Мы ходили тут, верили, верили, а пастор раз и крякнул. Причем не курил, не пил, спортом занимался, проповедовал, умер. Ну, такое тоже бывает. Так вот, друзья мои, уповаем мы все равно на Бога, уповаем все равно туда, на небеса. Так вот, мне самому как-то, вот не было какой-то веры. И вот самое главное, эти полтора года, я ноги с трудом передвигаю, я думаю, жить-то как? Меня из больницы очередной раз выписывают, я думаю, руки-ноги есть, ходить не могу. Да жить-то как? Вообще жить, ни сказать ничего нормально не можешь, ни поговорить, ну чуть живой. И все время каждый раз там, ой, у вас сердце может встать каждый момент, ужас какой-то. И потом мой друг какой-то в Швейцарии, мой старый знакомый один. И вот он сделал благотворительный вечер, не в церкви, а просто для своей благотворительной организации. И после заседания, после презентации, вернее, там были печенюшки всякие, кофе, чай стоял. И вот люди уже после этого общаются в свободе. И он подошел буквально на развал печенюшек и крекеров и схватился за один крекер с другим человеком, за один тот же. Раз, вместе схватились. И они там, ой, извините, извините, друг другу, извините. Я всегда эту шутку говорю, там, знаете, мы, иностранцы все там, извините, извините, а мы русские, извините. Вот. А они вот, извините, они так. И так они познакомились. И мой друг спрашивает того человека, говорит, а вы давно приходите часто на наши такие вечера благотворительности? Тот говорит, да, да, прихожу время от времени, мне нравится. Он говорит, в какой вы церкви? Он говорит, ну, я там хожу куда-то. А где вы работаете? И он говорит, кардиолог. И он говорит, мой друг говорит, ты сразу мне пришел в голову, сразу, почему-то ты, чик, пришел в голову. Я подумал, а надо о Павле сказать хоть слово. И я ему говорю, знаете, у меня в России друг один, говорит, страдает с сердцем, посмотрите, вот может его диагноз. Он говорит, нет проблем, дал визитку и ушел. И вот знаете, теперь рассказ обо мне. Мне звонит этот друг и говорит, слушай, мне визитку дали, передай свои документы, чтобы посмотрел он твой диагноз. И знаете, веры нет какой-то, какое-то разочарование, тьма какая-то перед глазами, но надежда. Надежда ее величества. Знаете, это вот чувство такое, как будто ты чувствуешь этот запах, что-то все будет хорошо. И вот помните, Иисус явился к этим 12, когда он к ним явился, смотрите, что он им сказал. Удивительно, мы-то
Матфея, 14 главу читаем, 26 стих, написано, что они вскричали от страха и так далее, встревожились. И 27 стих, Матфея 14, 27. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вот это всегда голос надежды. Все будет хорошо, не бойся, все будет нормально. Это даже не голос веры. Голос веры – это более высокий голос. А это такой вот: все будет хорошо, я здесь, не бойся. И мне вот приходит это сообщение: передай свои документы в Швейцарию. Я думаю, в Швейцарию, документы. Я понимаю, все настолько сложно, настолько все вот и реалистично. Думаю, ну надежда. И я раз отправил свои документы туда, фотографировал, переслал. Чик-ответ приходит. Пусть приезжает, мы сделаем ему операцию. Я говорю, а сколько стоит? Мне такую цифру назвали, что в ушах зазвенело, и я подумал, лучше умру. Ну а как? Таких денег нет вообще ниоткуда. Думаю, ладно, надежда опять померла где-то, но она умирает последней. И знаете, опять мой друг звонит и говорит: я тебе советую прилететь. Ты прилети, а там разберемся. И вот мы с супругой, потому что я весь больной, мы с ней прилетаем в Швейцарию, приходим к этому кардиологу, заходим к нему, сидит мужик, такой фрик, сидит в спортивном костюме. Я не знал, что швейцарцы, врачи могут сидеть в спортивном костюме. Сидит со мной, разговаривает и говорит: завтра операция. Утром там, во столько-то в Берне, утром приезжайте на машине, там в 6 часов утра вас будут ждать. Я приезжаю, до конца не верю, думаю, а деньги-то? Кто будет брать-то? Не берут, думаю, ну ладно, пусть сделают, а там разберемся. Я тогда еще не знал, что это и был план этого кардиолога. Это не мой был план, это был его план. И вот я приехал, раз, операцию сделали, чик-чик, что-то там почистили, поставили, все, что нужно. Вечером иди домой. Я вечером домой выхожу. Все, утром мы опять к этому кардиологу приходим. Операцию уже делал другой, кардиохирург, а это кардиолог. Я прихожу к нему и говорю: господин Гнем, а как так вот получилось? Я говорю, сколько с меня чего? Он говорит, ничего не надо, все в порядке. И говорит, когда я крекер взял с вашим другом, мы схватились за него, за одну печенюшку, я тут же понял, мне что-то нужно сделать для этого человека. Ну, не для меня, для того человека. А тот сказал о вас. И я сразу понял, что-то нужно для этого сделать. Мы даже фотку сделали нашего офиса и потом отправили ее со словами: «Спасибо, господин Гнем, вы спасли жизнь нашему пастору». И вы знаете, ему было приятно, так и мне приятно. А с другой стороны, сказать, что это была какая-то вера, победа, которую мы любим исповедовать там с шашкой наголо, да и нет, это была надежда. Какая-то иллюзорная, она всегда умирает последней, но пока ты жив, всегда будет надежда. Иов уповал на эту надежду, у него не было веры, но он уповал, и в конце стало все хорошо. Авраам поверил сверх надежды, написано, не теряя надежду. Вот это удивительно. И, друзья мои, и эти ученики были спасены на лодке, потому что они имели надежду. Поэтому, друзья мои,